Продолжаются четвертьфиналы. А уже, я думаю, успел пережить, переварить Магуайр. Сейчас ему остается играть. Тогда никакого фола нет. Но здесь ошибается мужество Джадо. Ну, смотрите, старт какой. 5 фреймов, и в них... Ну, так вот, старт Джадо Трампа. Первый, 8-й фрейм тоже выиграл Джадо Трамп. 7-1. Ну, давайте посмотрим, как... Понимаю, что вряд ли такие коэффициенты заинтересуют кого-то. Ну, а вот с форой, с огромным... со ставками на снукер, на другие виды спорта можно ознакомиться на сайте Bingo Boom. 8-1 в пользу Кайрона. А здесь отыгрыш, но неудачный. Уронил биток. Красный забит. Желтый видел лучший выход с него. И промахнулся. Биток. Да. Усмотрел план. Вообще это... Да, ну это уже говорит о том, что... Попал. Но тут... Прямо во время матча. Ну а к чему такие вопросы? Не Квинтон Хан, вот он оскорбил, а тут оскорбил, а всего такого натворил. В итоге еще и договорный матч не делал попыток вернуться в тур. Подобрал левый. Биток-то по правой стороне пойдет. Так, перешел на левую, ну, значит... 40. А вот тут ошибочка. Ошибочка. Плюс... Шар надо его забивать. Да, и выход есть. Но вот это уже право красным. Нет, не попал. Не попал. Даже при самом хорошем выходе простым-то не станет. Нет, мало шансов, что получится подбой. А играет через один. Нет, два. Ну, близко, близко, но... Тронул даже, дает решающий перевес. Стивен отыгрывается, пытаясь не дать возможность сыграть этот красный. Но подвела губка. Сколько раз она подводила. А вот Джадо, как по этой картинке судить? Да, все. Затрудняет действие. И придется нажать шар фреймбол. Ну, а Магуайру все нужны шары. А отыгрыш хороший. Ушел к чуду. Джадо попадает. Желтый остается... Примерно на том же идет черный, и все. Все будет хорошо. Интересный удар Стивена. Интересный на желтый. Для Джадо фреймбол. Но он перерезал желтый. Thank you.
значит, перерезка. Более тонкая и желтый. В угол и выйти на зеленый. Не дорезал. А, ну, флюк. Чё-то флюка только вышел на фреймбол. Ну, чё, можно снукерить. Дабл играет. Так, ну, попытка была поставить. А Джаду этого хватило. Ну, тут уже снукера не одержал победу и предыдущей партии. Уже один красный остается после очередного удара. И хорошие шансы на победу у Кайрона. А здесь отличный дальний. Я помню, бывал счет. Стартовый фрейм сессии выиграл. 70. Нет. Джад. И от всей души. Пришлось это играть. Обычный отыгрыш такой, регулярный. Чет Трамп. Вон. Ну, слабо ударил, по-моему, нет? Да. Ну, представляете, миллиметр не так. Это очень полезный удар, но выход-то где? Но... Уже чувствовал. Как и Джад. Тут тоже второй фрейм. Сыграть сейчас, решает Джад. И нужен еще. Не знаю, становится интересно, каким же будет окончательный счет. Знаете, в этой сессии сотенку-то может сделать, но не в этом подходе, в этом. Джон Трамп, 45. Сейчас-то, может быть, удивляет. Это было в матче Джона Хиггинса с Джеком Ли. Такой матч без интриги. Давайте порассуждаем. На дальнейшем пути Уилсон уже выиграл свой матч, и оказывается, что на пути к финалу Трамп все такое, понятно. Ну, просто, чтобы немножко перевести тему. Вот, Гэри Уилсон показывает лучшую серийность, чем Джад. Попадает. А, то... 16. Нет. В турнире. Перерезал. И не упал. One.
Ну, такого варианта. Постоянных зрителей, многолетних, и место у него. Кстати, про интервью. Вот хорошо вспомнил это Слоун. И там очень много интересного. Первая часть. Стимул будет для тех, кто максимальные брейки. Телевизионная чемпионатов мира узко взял Джад. Все, это значит просто новость о подписании договора. Но я-то говорил о... Речь идет еще там о... Вновь предоставили почетно, вот помню, какие штрихи. Да и пора уже опубликовать календарь сезона. Публикации календаря. А, да. Но если сейчас... Да, индус. Хороший игрок, кстати. Джейми Бюрне. И две сильнейшие снукери. Представительство Таиланда. То есть Трампу нужен снукер, но нет. Шутка. Магуайра пытается он сыграть в среднюю лозу, не дорезал. Флюк не... Сыграл. Так, и все-таки... А Трамп сыграл именно вот... Ну, это неудача, Ошибка, да. Траектория... Не дорезал чуточку, Ну а... Нет, правее лузы идет розовый. Не упадет такой шар. Играет, значит, идет. Ну и теперь просто увидеть розу. Ничего. Мимо зеленого прошу. Эйт. Те, кто заявились первым, они будут во втором, кроме тех, кто получит путевки. Ой, как хорошо. School Plus. Профессионалы просто следить. И за Q-School. Покажем. Нет. Я оставил. Тоже сложный, но тут хоть выход есть. Забивает. Так. И сложная резко на черном, а дальше все очень надо небольшое и... Но это неоправданно. На плохую позицию перешел. Послу. Позиции. Когда надо было ставить белый шар. Но сыгран. И сомнения.
все-таки в среднюю режет. И неужели не упадет? Да. Ну что ж, это... Джад Трамп начинает 13-й фрейм. У него гигантское преимущество по-прежнему. Последует агрессивный оба. И пониже попасть. Попал хорошо, но левый шар появился. Недалеко от лузы, но далеко был биток. А шар-то проходил, но удар уверенный, а здесь, ну, а черный заказан для отыгрыша. Ну, а теперь пошла. Для претендента на титул чемпиона мира тоже маловато. Ну, Барри Хёрна и Джейсона Фергюсона. Барри... Джейсон Фергюсон, президент... Джейсон прекрасно, которая гораздо успешнее промоутером является боксерских. Джейсон Фергюсон обычно разъезжает и вот в Китай, и, ну, каких-то еще, может быть, парочку там скромно. Ой, ошибся тут. Стивен проходил шарта плохонговых турниров в сезоне. Плюс новый Кубок мира возобновился. Но это совсем другая жизнь. Нелегко. Вот хорошо синий у него есть. И вот, ну, очень толково сыграл. Проблемами Том Форд. Особое и специальным разрешением двух красных. 37. Да и другие умеют. Нет, два красных хватает, если цветной будет хороший, а плохой не может быть, но Трампа ловатого тут и нет, тут решит Стивен. Да, он выходит на левый. Нет, это мимо. И это под... Ну, в черном сомнений не было. И... Да. Ну, не забит. Черный не так это важно. 9. Ну, 13-8. Попадет ли Магуайр? Да. На этот раз с выхода. Стивен остался единственным. Играет все-таки киями из я прямым ки. Качества такие, долговечность, лето в древесине, птички, что ли. Они... Ой, не прошел. Нет, сейчас не видно эти стрелки. Вот. Провел. И мимо синего провел. Хороший вот. Очень неточный удар провел Джад. Лишь бы не столкнулись с шаром. Но тут он обязан забивать. Забил. Забил. И...
Все-таки на розовый выходит простой удар. Но тогда, когда был про очков, сумел выиграть Фрейд. Нет, не в одну пару, а присоединиться к счастью, не благодаря помощи Фортуны. Стали проводить давно. Давно, когда играли они. Будет ясно, что третья сессия в этом матче. Но даже если 5-11, это на 86. Ну дальше там. Больше других именно этот удар. А шансы на сотню. 15-й край. Черный тоже идет в лузу. Абит. Там по 300 было в первых 5 фрейков в активе и все. Браво, Джад! Здесь браво, Стивен. Сотенка. Нет, не упал. Мы были сыграны в этой сессии. И потом, после непродолжительного перерыва, вечерний. Во втором матче игрался Магуайр и Джад Трамп. Через 3 борта, что ли? Нет, через 1. Да. Райт. И ошибается. А выход-то выход. Он сделал. Шар забит. Благоприятный контакт. Конечно, везение, что говорить тут. Пока биток далеко. The same here. Чепелова able to hold. Ну, сейчас только плюс 20 после этого удара. И Стивен хорошо получил. Не точно, что считает этот вариант лучшим. Но не дорезал. И перерезал шар. Стивен. Интересно хотя бы потому, что прежде его не задавали. Так было. При попадании в левый борт отскок такой, что аж до черного докатится биток, хотя там нормальный. Это часть борта. Вот эту часть борта. Нет, я тут много кого. Тут. Удало. Нет. Но это. И Джад не попадает. Сам едва не уронил. В каком порядке чисел. Да неужели? Пошел на атаку. Ну. А он таким небрежным ударом отдает. Отдавал.
этот шар сыгран, и зеленый. Выход хороший. Это 10. Этот промах роль не играет. Но розовому биток идет за черный. Ну, снукер не получился. Ну, Джад вел белый шар. Стивен, все делаешь. Шар не до снукера. 12-8 идет Гилберт. И опять впереди, как и в предыдущем фрейме, был Гилберт в полном порядке. И, возможно, это последний фрейм. Да и, я думаю, зрители тоже оценивали шансы Кайрона. Увел его. И все-таки надежда сохраняет. Но так был английский термин, который означает возвращение его дальние удары. Вот его точный дальний удар. Дальний борт. Надеется на выход, и выход-то есть. Например, синий, на котором удача будет, успех только на точном ударе. И Джад провел удар. Сыгран синий. А Джад нет, он использует выход на цветной. Ну вот это очень важный промежуток. Много вариантов продолжения атаки. Если при счете 11-5, а 10-6 сложнее. Очень уж хороша позиция. Нет, тут правый красный, например. Лучше будем следить за величиной брейк. Аплодисменты. Счетом 13-8. Он не просто выиграл свой матч. Ой-е! Ай, не получилось, сотня тут.